Мы прибыли. Это провал Фосио. Кто знает, что там внутри. Будь начеку. Как всегда. Это как будто в омут с головой. Я не могу понять. Банок не купил-то. Ладно, должно хватить. Насколько он глубокий? Так, снижение, прием. Я там хотел, а что я не помню уже. Точно, силы. Силы. Есть только один способ, пожалуйста. А давай... Иди-ка ты, потлатый, вперед, что ли. Подальше. У меня плохое предчувствие. Да. Словно опасность за каждым углом. Не шарится по углам, ясно. Эй, Док, смотри сюда. Бля, куда? Тут что-то все и так стрёмно. Спасибо. Ну, блядь, дракона? Я не готов с драконами сражаться. Здесь можно пролезть. Бля, ну здесь явно посмотри. Дракон не пролезет, значит все нормально. Нужно спокойно идти. Здесь узковато. Да. Для тебя возможно, а вот мне в самый раз. Может назад? Пойдешь назад? А хотя, может и не совсем. Тихо. Кто? Что? Где? Не знаю, но... Кто на новенького? Наверное, здесь можно проползти. Берегите головы. Есть! Что, Игги? Я придумал новый рецепт. Я готов продегустировать. Травы надо засобирать-то. Чего-то как-то светло. Там вообще дождь на улице. И шел. Где еще трава?
И шел там дождь, ёпта. Когда же это кончится? Ну, тут светло. Упасть, ну ладно, не очень-то и хотелось. Путь вора, и чё тут у нас за путь вора-то такой? Точно. О чем ты? Ледок. Ледок, давай ставим. Теперь куда? Понакидывали тут. О-о-о. Я вас вижу. А вы здесь откуда? А я же сюда пришел. Давайте командовать. Только пока. Попроще давай. Двинули. Точно. Думаешь, мы здесь протиснемся? Попробуем. Блядь! Да сука! Какая мерзкая шляпа! Кто это придумал?
ты как засаду устроили мне в туннельном проходе. Блин, молодец. А ну иди сюда. Наткну тебя на свой нос. Ты... Давай. Висяка, ух ты, висяка. Просто супер. Мерзкий висяка. Что-то промто, там, по-моему, какие-то проблемы. Может, я помог? Но боюсь, в этом проходе ничего не получится. А, все. Закончилось. Слабенький ядок. Что, можно я пройду? Спасибо. Секундочку! Что? Что это было? Так, там похоже око дракона, блять, потому что глаз бурь может только око дракона. Стоп-ка! Что там? Ну, что? Эй, ты в порядке? Сюда. Ну и чё, ничего не показали? Чё ты звал? А блять, промто, его утащило какое-то дерьмо? Сука, неудачник, белобрысый, так и знал. Так и знал, что проблемы с ним будут. Ромта, ты там в порядке? Где он? Не в порядке! Это ужас и кошмар! Ну почему обязательно? Куда телепортироваться? Я не знаю. Я! Эта тварь меня аж сюда притащила! Ну, что-то интересное было. Ну, про... Ну, ё-твою. Чё это там такое? Как обычно. Знаешь, Пром, да что ж такое? Если я где-то блестяшечку свою за тебя не возьму. Ладно, полетели. Его, конечно, делаю. Измудохали-то. Бедный кальмар так и не встал даже. Неплохо. Потрясай. Ну-ка, много экшена. Просто действуй. Я его не вижу.
О, так ты здесь! А чё ныл-то? Чё тут вообще за война? Где? Где? Где кто? Не подставляйся. Приму к сведению. Ах ты, вот ты где, а? Хоб-гоблин. Не хоб-гоблин ты, а хоб-гоблин какой-то нет. Меня хватит! И с мечом не развернешься. Только меня не задень. Еще такой же, да, хоб-гоблин? Ёпта, ну давай. Просто действуй! Действуй, громко. Я умираю от жажды. А я умираю с голоду. И при этом мы все живы. И к чему это? Как это вообще связано? Чувствую, что мы на верном пути. Титановый наруч. Это уж поинтереснее. Или нет? Что тут такое? Титановый наруч, 200 хп. Кому тут у нас надо хп? Стальной наруч, 150 хп. Значит, тебе нужен титановый. Серебряный. 300 хп. Хорошо, хорошо. Красиво жить не запретишь, Гладио. Берем 45, остальное. 3-й раз. И я тебя таки заберу. Ну, неплохо относительно. Да, конечно, подземелье в этой игре отличненько смотрится. Рано. Пойдем сюда посмотрим. Блин. Ух ты! А что это у нас тут? Возможно, куча денег. Ну, это всего лишь синий чокер. Что такое синий чокер? Какой-то дивный. Описание шикарное. До некоторой степени восстанавливает хп. Да какой такой некоторый? Это 10-й стегнули. Да вы. Приступим. Ага. Здесь там. Чать нет смысла. Согласен. Ах, а
того. И того. Сколько у нас? Триста двадцать один. Итого это было 300. Да. 160 это уже хорошо. Триста семьдесят шесть, это даже лучше, чем 360. Какого я левела? А, я уже все правильно. 40-й тебе уже. Так. Это устал бежать, может передохнешь как-нибудь? Тихо, тихо. Ага, вот и секретная дверь номер, не знаю какая. Без толку. Похоже, нам нужен еще один ключ. Вопрос первостепенной важности. Где нам его искать? Это что называется? Подземелье неизвестно как. Я-то что, сам действовал? Это что за фигня? Нагайна? Да какой ты малыш? Сука, я не трогал твоих детей. А если я знаю где? Ну а если я знаю где? Где? Блять. Ну... Так, а я не врал. Сука, ну ладно. Неправильный ответ. Сейчас я обрежу. Только не слишком увлекайся. Кто бы говорил? Я не пойду, пока, ребята. Спрятанный, блядь.
тебя не трогал, я твоего малыша. О чем это она? Без понятия. Последний рунный камень. Наконец-то! Нот. Кто забрал малыша? Хорошо чувствуешь, у тебя глаза по фиолетовым. Это сила бури. А я рассчитывал на огонь и серу. Похоже, не все боги одинаково недружелюбны. Но многие. Бедная Луна. Возможно, тебе стоит утешить ее лично. И море не преграда. Только перестань хмуриться. Идет. Итак, Раму, будете приходить на помощь. Это хорошо.